что же мы ждем? Погнали! Хватит, подгоняй! Привет, ребята! Сегодня у нас отличная погода, светит солнышко, да. Но мы гулять сегодня не пойдем. Мы сегодня хотим съездить куда? Куда? На батуты и в реальность. На батуты и в реальность. А что такое реальность, сынок? Реальность – это которое там кино. Кино. В комнату виртуальной реальности мы сегодня заскочим. Очень классное место, веселое, можно поразвлекаться. Ну, а также мы посетим сначала батутный центр. Огромный у нас, да, в городе есть. Там очень весело, папа даже вспомнит молодость, тоже на нем покувыркается, побегает, попрыгает. И чего, поехали? Да. Что же мы ждем? Погнали! Погнали! Ну что, ребят, вы приехали? Да. Смотрите, какой огромный. Столько всего разного интересного. Да. Много всего. Да. Сбегаем, смотрим? Давай, вперед. Страшно было. Поехали. Как высоко. Давай вместе поедем или ты один поедешь? Я один. Один? Один. Давай, поехал. Классно. Пойдем посмотрим, что еще есть. О, на эту стенку надо обязательно мне попробовать залезть. Давай, иди вперед. Иди вперед, здесь страшно, здесь зубы. Да. Похоже, выхода другого нет. Выхода другого нет, давай. Нам нужно пролезть. А вот, смотри, коронавирус. Да. Паутина. Здесь паучиха в конце будет, страшная. Мы заблудились! Мы заблудились! Куда мы пойдем? Где выход? Я не знаю. Сейчас я попробую покорить этот пол. Получилось! А теперь его очередь. Высота 20 сантиметров.
Пошли, здесь еще одна зона есть, пойдем посмотрим, что там есть. Пойдем. О, здесь интересно. Интересно, а мы здесь не пройдем, здесь сетка. Смотри, здесь много игровых автоматов еще, вон мне какой он света угол есть. О, классный виртуальный аэрохоккей. Надо выиграть нам сейчас будет. Во, мы нашли вход, давай, разувайся, пошли. О, ну это в принципе то же самое, что мы, где мы и были сейчас, только маленький вариантик. Детская зона, так сказать. Ну, Гордюша покатался на взрослую уже везде. Вон, смотри, здесь стена тоже есть для скалолазания, иди. Вот, стена. В принципе, это то же самое, только чуть-чуть поменьше, раза в три. Давай, Гордюш, здесь у тебя лучше получается. Давай. Да прыгай, не бойся, здесь мягко. Пострелять по пришельцам хочешь? Давай, надо жетончики пойти взять. Сейчас мы сюда придем. Здесь можно пострелять, подраться, в хоккей поиграть. Машинки тут совсем для малышей есть еще. Лего комната. Много всего здесь классного есть. Взрослая зона. Жетончики. Гордюш, что строим, Гордюш? Стену. Какую? Вот такую, огромную. Зачем? Чтобы защищать. Это моя. А, это твоя, простите, пожалуйста. Давай, нам нужны еще запчасти. Накладывай в прицеп. Я вот так. Клади в прицеп. Жой
Хватит, подгоняй. Галюш, о чем построили-то? У тебя небоскреб какой-то, а у меня вообще не пойми что. Это какая-то булочка. Булочка? Не, на булочку это не похоже. Держи, сейчас я сделаю. Давай их соединим, твою и мою. Давай. Давай, стой, давай ближе вот сюда подходи. Галюш, смотри, какую мы построили. Так построили. Я что? Она выше тебя, встань рядом. О, вот так вот встань рядом. А давай сделаем выше, чтобы меня было. Так. Давай, подавай мне эти детали. Все, у нас получилось. Выше папы? Да. И выше тебя. Вот и все. Смотрите, какой там чувак крутится. Пойдем подеремся с ним. О, агрессор какой. Ну чего, победим его? Давай с ним драться. Словил маслину. Он меня убил. Дерется. Не подходи близко. Сейчас по лбу получишь. Ага. Поищи, дружишка. Он раскрутился. Пойдем еще раз на горку, мне понравилось. Давай, беги вперед, я с тобой. Ага! Я тебя догнал, давай быстрей. Так, я иду тебя искать. Ребята, он куда-то спрятался, я не знаю, куда он делся. Так, на вертушке его нет. Может быть, он на коронавирусе. Ага. И на короне его нет. Может быть, он в ростках. В ростках его тоже нет. А где Гордей? Зубы. Зубы, зубы. В зубах его тоже нет. Где он может быть? Ну все, ты попал. Ага, я видел. Спирали пошевелились. Спирали пошевелились. Ага, вот он, попался. Я прячусь от Гордюши. Гордюша! Вон он там. Интересно, меня заметил или нет? Гордюш, ну расскажи, куда ты пришел? В реальность. В реальность, какую ты хотел, да?
вот, мы с тобой на батутах попрыгали, в комнату виртуальной реальности сходили. Тебе понравилось? Да. Здорово было, да. Я даже весь это угорел. Отдохнуть тебе, спать хочется. Ой, поедем домой. Всем пока! Пока! Если вам понравилось видео, ставьте лайки. У нас будут скоро новые ролики. Я всех люблю и всем пока.